Приветствую всех, дорогие друзья, это Царские Скифы. И, собственно говоря, мы с вами возвращаемся, да, в нашу эпопею. Итак, у нас вчера, как на прошлой серии, да, у нас тут неприятная новость объявилась. Мы теперь с бревками воюем. Ну, что же, еще один враг, да, еще один враг. Благо, в принципе, мы замерились с Массилией. Надо сейчас напомнить себе... Так, у нас какие с ними договоры? У нас точно с ними договор о праве прохода есть. Отлично. Блин, вот у меня даже... Ваши враги, у меня... Они уже даже перестали вмещаться на самом деле. Ну-ка. Оу. Да, знаете, действительно эпично. Весь Восток, короче говоря. Весь Восток просто. Но ничего, ничего. Бывало и хуже, на самом деле, бывало и хуже. Ну ладно, нам, собственно говоря, что сейчас надо делать-то? Нам сейчас надо чуть-чуть подождать немного. Пока восстановятся силы, тут совершенные боевые топоры. Так, время, опять же, великаны, гипербореи и все в этом роде. Ждем, короче говоря, смотрим за развитием событий. В казне у нас 1041, поэтому, в принципе, вполне проживем. Не знаю я, правда, как тут на все отреагируют македонцы. Может, они сейчас воспользуются этим случаем, да? Попытаются как-то отомстить за вот разбитые стеки, которые были в Арминуме. Не знаю еще, как случится, но бревки, они вот что-то, я смотрю, наоборот, куда-то уходят подальше. Может быть, им банально не до нас сейчас. Но они также могут переплыть и через море, кто их знает. В любом случае, у нас, наоборот, как бы появилась мотивация... А, рудник, кстати, в Арминиуме наконец-то построился. У нас появилась мотивация захватывать земли. Так, что-то как-то вы слабо. Надо вас тогда еще тут. Так, тут помощнее. Вот, доспешные конные лучники, отлично. Так, давайте вам всем... По отрядику. Так, и траншею. Поройте-ка траншею еще, парни. А, хотя нет, тут придется поднакопить до каменоломен. Так, и перестроить, чтобы желательно будут постройки. Так, варварский город, Рим, да? Вот, давайте Рим сейчас перестроим, отлично. И наймем еще парочку. Не наймем уже, жаль, ну ладно. Пытаться как-то замириться сейчас, ну это бессмысленно, мы уже со всеми настолько в плохих отношениях, что просто я не вижу смысла. Но, как я вижу, особо никто сейчас на нас и не лезет, да? И это мне даже странно как-то от этой мысли становится. Так, создать флот. Нас просят создать флот в Арминуме. Ариминум, блин! Ариминум, блин! Ну что за такое название, Ариминум? Да нет, знаете, как-то особо, наверное, желания нет у меня сделать флот. Это же получается еще одна степень расхода, получается. Так. Блин, что ж так медленно-то восстанавливаетесь, а? Еще два хода. Да, в принципе, Потавий-то можно прямо сейчас взять, да? Не правда ли? Так, 14. Так, давай я лучше сейчас из боевых топоров кого-нибудь передам. Вот таким макаром. Так, 18. Ну, я думаю, да, будет неплохо. И пойдем на Потавий. Нам-то что, нам терять нечего. Ублюдки такие. Надо вас наказать обязательно. Армия в гарнизоне, ну. 61. Ладно, давайте повоюем, что. Что, хотите, чтобы мы сами подошли? Сейчас. Хреновня, вопрос. Вообще просто.
Ну давайте потихоньку, помаленьку там. Так, не реагируют. Так, ладно, тогда подойдем на расстояние выстрела. Ну, дело в том, что на самом деле тут разница между 125 дальностью, да, и 80 не такая уж она и большая, то есть... Немного подойдут застрельщики поближе, и все, и уже могут обстреливать безнаказанно. Так. Ну, давайте еще поближе подойдем. Так, это пусть будет номер два. Ой, точнее, тьфу ты. Номер один. Номер... А, да, номер два. Номер три. Чтобы было легче ими управлять. Так. Ну что, давайте еще поближе. Так, и третий номер еще поближе. Так, все, они уж тут сами начинают. Ну, стреляйте уже, е-мое. Все, стопы, стоим. Назад. Так, все, начался обстрел, уходим. Блин, а кстати, блин, горящие клавиши вполне такая, знаете, не, хорошая штука, мне нравится. Блин, действительно. Действительно хорошая вещь. Так, преследуем застрельщиков. Забавно. Так, сейчас еще и наши подсоединятся. Так, Гену подальше. Подальше, подальше. Уходим, уходим, уходим. Пусть тут уже воины кельтских племен развлекаются. Так, стоп, кто-то уже тут начал. Блин, вот. Это тут кто? Странно. Вроде, по идее, не должны были они особо как-то тут вымахиваться. Так. Начали уже тут беспределить, гады, блин. Блин, от их залпов, конечно, блин, много урона идет. От одного даже такого залпа. Так, кто где еще? Тут поэтому, блин, очень трудно контролировать, блин. Так. Сейчас будут минус один. Где еще тут амазонки? Самое главное, амазонок сохранить. Для общего генофонда, скажем так. Так, здесь понятно все. Так, вот здесь дохренище. Блин, а? Так, надо вот вас таким макаром еще перехватить будет. Не знаю, ослабьте застрельщиков, блин, и все вам будут благодарны, вот действительно тупизм. Как просто бы в оружие судного дня они тут превратились, вот реально. Так, уходим. Так, ну тут уже по мелочи у нас осталось. Тут Гена, да, который сейчас, в принципе, сейчас мы его расфигарим на дрова. Так,
За всеми просто банально не поспеваешь. Так, все, уходим, уходим, уходим. Кельтские воины тут, понимаете ли. Блин, а тут получается сейчас какая штука-то? Тут вот кельтские воины, к примеру, они сейчас... Блин, тоже кидают на то же расстояние, блин, да? Получается, спилумы. На какой и обычной застрелечке. То есть сейчас вся стреляющая пехота, она представляет, блин, серьезную угрозу. Так, ну, вроде... Самое главное, скифских амазонок мы... В живых оставили, это гуд. Так, ну и все, так как это гарнизон, в принципе, можно их особо-то и не париться с добиванием, но разве что попробовать там лычки, чтобы кто-нибудь заработал. Ну, кстати, умение дракон, ну-ка, что это такое? Надолго снижает эффективность всех ближайших врагов против конных отрядов. Ну, забавно, никогда не видел такого умения. Такс, ну и знаете что, давайте тогда Потави, наверное, сейчас захватывать не будем, давайте его освободим, потому что на севере от нас находятся норики, а получается там уже после Потави южнее уже идет Иллирия, а там уже тоже бревки идут. Да, вперед разбивай их нафиг. Пусть почувствует силу скифов. Так, все. Так, от присутствия боев мы сейчас Потави освободим. И да, давайте его освободим. Они будут безмерно благодарны за это. Пусть здесь у нас возникнут дружественные винеты. Так, а вот уже Мидлан и Генуя. Вот тут уже надо подумать. Такс, ну, надо, конечно, не знаю, то ли разведку боем провести, то ли вот что-то в этом роде. По идее это, да? Нам с вами. Блин, тут уже и норики возникли, а? Еще что тут делаете, гаденыши? Так, ну чё, тогда строим каменоломню, доход от рабского труда получим. Так, или все-таки чё у нас тут еще есть? У нас еще есть чертог вождя с общественным порядком плюс 5, да? Сразу. Есть еще у нас тут, можно построить рынок или яму кладовую. Доход от земледелия. И от местной торговли, вот рынок до 150. Ну, знаете что, давайте построим чертог вождя все-таки. С общественным порядком у нас больше проблем. Поэтому на то и рассчитываем. Ну чё, пока стоим так. Так, всё, винеты. Вот своих, опять же, искусственно мы создали себе друганов. Это меня радует. Надеюсь, их не раздавят. Так, ну чё, пока всё не так уж и плохо. Надо сейчас пока копить силы на захват Мидлана. А севернее Мидлана там уже... О! Какой нафиг Мидлан? Надо идти обратно. Так, вот я смотрю, уже норики тут появились своими стеками. Так, покушение на Шарукина получилось. Ранен был Шарукин, к сожалению. Вот все-таки даже такие дрязги, да, они вот все равно не прекращаются среди нашего семейства. Так, вот давайте Сангибана наймем. Здесь. Так, и кто ж тут у нас каменные вороны? Кто у нас тут такие дерзкие-то? Ребятки. Решили у нас тут поживиться. Так, норки. Я думаю, что, наверное, в течение хода они до Потави не добегут. Так, поэтому пока что... Совершенных мы отправим на подмогу к нашим, да? Чтобы отбить атаку бревков. Ну и надо, конечно, шпика. Что у нас вообще со шпионами? Так, агент у нас только один, да?
Поэтому, да, желательно бы, конечно, соглядатая бы нанять, но у нас пока на это денег нету. А, или есть? О, есть, отлично, отлично, отлично. Так. Ух, доход от, ё-моё, доход от производства, нифига себе, какие доходные. Но, нет, нам нужен именно военный разведчик, поэтому мы возьмем Диметрешу, пусть он разведает обстановку. Чё тут да как? Так, отношения с Масилией у нас, в принципе, ничёшные такие, да? Так, Рим они Косентию никак прям не довозьмут, но хотя бы уже то, что не будут идти минусы к отношениям за то, что не пересекают нашу границу, это меня уже радует. Ну чё, бревки, мы готовы вас встречать, так же, как и Нориков готовы встречать. Где же ваши ручки, как говорится? Где же ваши чёртовы ручки? Опа! Так, а вот это вот уже неприятный элемент, слушайте. Отнюдь. Так, ну, слушайте, я надеюсь, что Масилия это всё-таки нас в случае чего защитит, ведь... Так, фракция уничтожена, Арахосия. Но это далеко на востоке, и нас это как-то не волнует. Так, полководец, это кто у нас? Тоже полководец, ага, короче, решили по морю, блин, пойти всеми силами на нас, как я вижу. Гадёныши. Так, надо нарастить тогда тут свое присутствие. И быть готовым к любым провокациям. Так, ну в армии... Вариминуме уже потихоньку так, общественный порядок стал нормальным. Так, титанов, ну, придется тогда и великанов гипербореев тоже сейчас подучить. Так, парочку отрядов нанять. Так, ну и пойдем мы смотреть. Разведывать, что там дальше в Медлане и что севернее. Что находится за теми областями, с кем мы там будем граничить. Ну, севернее тут уже Лигурия, да, владение Лигурии находится. Но опять, проблема в чем? Берем мы Медлан, а в Медлане у нас здесь тоже Кория и Норики уже получается. То есть надо вот эти северные рубежи разведать на самом деле. И, скорее всего, нам тут выгоднее уже, наверное, вот Медлан разграбить. Так, Геную посмотрим. А Геную можно уже взять. Геную уже можно будет взять. Посмотреть, что там да как. Так, ждем, короче говоря, развития событий. Вроде, знаете, только-только начали по-нормальному жить, развиваться, да? А тут вот угрозы потенциальные вообще со всех сторон. Просто не знаешь, откуда ждать. Ага, гаденыши решили напасть с моря. Даже не знаю, крестьяне, новобранцы, что-то. Так, ну это будет именно морской десант, да? Ну что, давайте потанцуем, чё? Так, ну что же, эта попытка штурма обещает быть очень интересной, потому что, с одной стороны, как мы видим, большой флот бревков уже направляется к нашим землям, да, к землям Ариминума, блин, твою мать. Они тут, кстати, уже новобранцев с побережья наняли, и весь остальной сброд. Но на берегу их ждет сюрприз. Тут у них такой будет Перл-Харбор, твою мать, какой они вообще в жизни не видели. Здесь у нас поля с острыми гранями, здесь у нас баррикады, здесь у нас колья. А плюс ко всему вдобавок еще и огненные шары будут. Так, режим перестрелки убираем, конечно же. Ну, такие дела. И везде будут охраняться подходы к Ариминуму. Буду теперь этот город так называть. Ариминум. И еще ждем, конечно, поддержки, ждем подкрепления. Сейчас они должны уже появиться. Давайте быстрее, парни, выходим. Пока они тут доплывут, пока то, пока сё.
Давайте еще. Мне нужно еще Give Me Back My Legion. Так, отлично. Вот эти пойдут сейчас вот сюда обстреливать. Так, остальные на другой фронт. Так, а вы, наверное... Ну, хотя сейчас большинство сейчас здесь сосредоточится, да? Короче, все на один фронт это давайте. Все решили поплыть вот сюда. Ну ладно, чё, ребята ждут. Мы ждем вас, друзья. Мы вас ждем. Так, вот уже какая-то часть, я смотрю, поплыла к тем границам. Так, давайте тогда вот этих вот парней поведем вот сюда, чтобы они здесь встречали гостей наших. Так, ну чё, приветушки, приветушки. Давайте еще поближе подойдем. Так, тем более тут уже все, ребята готовы высаживаться просто. Тут же наемные лирийские разбойники. Тут опа, скифы. Приятно познакомиться и все в этом духе. Как вы помните, мы уже скифами-то тут прогоняли уродов. Вообще не дать позволить им приводниться. Так, ну-ну-ну, давайте, стреляйте, стреляйте, стреляйте. Стреляйте, твою мать. Ох, ё-моё, прикиньте, да, как их сразу подкосили-то. Вот это я понимаю. Короче говоря, приводняться уже мертвыми, ребята. Разбойники, новобранцы, ё-моё, мне вас жаль, ребят. Сейчас еще и сзади дадут вам люлей, блин. Это именно моя любимая часть, когда все идут приводняться. Доплывают они обычно уже мертвенькими. 61, ну все понятно с вами. Ну разве это не удовольствие? Разве это не доставляет большое удовольствие смотреть на все это? Так, давайте сделаем меткий выстрел, стреляем всячески. Блин, реально такой Перл-Харбор, блин. Так, новобранцев, так, да, ребят, давайте по ним теперь. Так, стопэ, 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 стопэ. Блин, да ты, парень, офигел, я смотрю. Так, давайте поближе вот сюда. Стреляем, стреляем. Вспоминаем, вообще вспоминаем наши лучшие времена. Скифы, блин, кто нам тут вот предвещал? Все, скифы сольются, скифы погибнут. Ни хрена не будет этого, ни хрена. Попомните мои слова. Игорь Фоблад. Нет, тут действительно я не завидую вот этим всем бревкам, потому что они просто, они успевают доплывать уже мертвыми. Так, лучников отводим. Сейчас тут пойдут огненные шарики. Козьи огненные шарики. Так.
Ладно, сейчас давайте их займем вот этими вот ребятами. Рано, конечно, еще тут отпускать огненные шары. Явно рано. Так, что у нас тут? Все замечательно у нас тут. В принципе, тут и без тяжелого выстрела вполне справляемся. Так, вот теперь на них давайте основной упор сделаем. Блин, просто вообще жаль, ребят. Блин, ну все, поджигаем, 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 поджигаем. Блин. Давай, 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 жги, жги. Рви душу, жги всех нафиг. Блин, не успели. Опять все произошло очень быстро. Так, ладно, идем своими. Блин, ну чё, по-моему, вообще все очень эпично вышло. Кельтский анагр, блин. Ребят, ну... Блин, да, вообще забавно, конечно, это смотреть. Крестьяне-новобранцы. Все под контролем. Ну вообще, столько пушечного мяса они тут выпустили. Прям порой вообще диву даешься. Так, ну, мне тут их действительно жалко. Так, 70, уводим, 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 уводим. Блин, неплохую мы такую линию обороны устроили. Просто сломленные. Не, поджигать не надо ничего, так. Ну чё, они куда-то уплыли вообще в далекие края. А, ну я вижу, сейчас уже первая партия подойдет. А, так, что делаем? Короче говоря, степняков всех вот сюда. Чтоб на всякий случай были готовы. Так, тоже вот сюда. Так, отходим подальше. Блин, вот опять не усмотрел я за всеми. А, блин, вот все, прачники эти падлы. Все, с прачниками тогда ладно. Пусть они приземляются. Тут и так они уже полуживые все. Прачникам тогда позва... Ах, застрельщики, гады. Вот застрельщиков, конечно, тоже надо наказать. Ну, самое главное, у нас есть амазонки, у нас есть амазонки, больше ничего не надо. Быстрее давайте. Блин, ну чё вы застрели-то? Ладно, хрен с ними. Так, тем не менее, основная часть флота же идет вот сюда поближе. Чё, будем готовы принимать. Так, ну прачников мы сейчас снимем. Ох, присягнувший, он свон, ё-моё. Присягнувший на гонёк зашли. Да ё-моё, чё они тупят-то? Стопэ, 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 а чё я? А, это наши стреляют, что ли? Жаждут боя, но не стреляют, да? Интересно, интересно.
Так, их уже стало да, довольно-таки мало. Так, все, наконец-таки они вылупились. Не-н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 е, уходим, 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 уходим. Так, все, всю, всю парашу льем на них, на присягнувших. Так, ну тут, короче, все решено уже, отлично. Теперь ждем помаленечку, когда вот тут ребята высадятся. Но тут они пока до нас дойдут, пока то, пока все это будет действительно долго. Так, ну все, здесь ребята решили не высаживаться, поэтому мы всей своей братьей идем уже на левый фланг. Которая у нас еще жива. Так, все, присягнувшие. Все, это последний, это последний. Все, отлично. Замечательно. Так, вот только вот теперь меня эти кельтские, конечно, ублюдки очень бесит. Кто-то один застрял. Ах, это... Два гаденыша застряли в лодке. Ну ладно, что уж теперь. Всех на левый фланг. Всех сюда. Сейчас самое веселье еще здесь начнется. Ну да, потому что все-таки центральный проход. Все, они тут зафейлились. Да, к сожалению, только один огненный шар мы успели к ним двинуть. Но, тем не менее, Перл-Харбор сработал. Шикарно, просто шикарно все получилось. Так, ну что, ждем гостей. Вот, давайте поставим стрелков вот здесь. Я думаю, будет шикарно. Шикарное место. Так, всех остальных поближе к берегу. И ждем гостей. Давайте побольше время поставим. Тот еще из степных лучников. Вот, степные лучники еще есть. Их мы поставим вот сюда. Пусть обстреливают с этого расстояния. На данке неспешно они так плывут. Но, видимо, видят, что... Удачи им тут не улыбнется явно. Так, а этих скифаков-то наших тоже давайте вот сюда поближе. Пусть они патрулят еще не приплывший флот. Так, остальных тоже куда-нибудь вот сюда. Тут еще много заблудших ребят, которых не проще было бы и пострелять с расстояния. Ну что, ребят, давайте уже, ну, приводняйтесь, ребят. Так, ну что... Отлично, давайте сейчас прям на пристегнувшего херачите, блин. Сделайте им бадхерт. О, пошло дело. Блин, ну вот это битва так битва, я думаю, да?
шикарно. Просто шикарно. Прям с такого утеса соответственно и по присягнувшим. Вот там сейчас весело, наверное, да? Так, ладно, те, кто уже проплыли, давайте на следующих. Вот кельтские войны, я думаю, тоже не проще испытать на себе всю прелесть стрелковых ванн. Ну, а мы добиваем, вот, собственно говоря, основные силы противника еще до того, как они сюда придут. Так, давайте здесь сосредоточимся. Так, кельтских воинов поставим вот сюда. Это кто у нас, прачники, что ли? Ты я моя, а? Блин, придется подальше отойти. Пусть они высадятся все-таки. Прачники все мешают. Все мешают они. Блин, да докали. Далеко. Далеко стреляют. Ладно, пусть высаживаются, давайте освободим им место. О, тут два третика даже, смотрите, затупили, ребята. Ну что ж, давайте воспользуемся этим недоразумением. Так, и отправим остальных вот сюда. Так, тем не менее, ребята что-то как-то не хотят приводняться, приземляться. Ладно, пусть уже приземляются, а то меня эти прачники, блин, они меня бесят. Давайте им зону для выставки расчистим. Так, в кого тут наши могут популять? О, в крестьян-новобранцев тоже, почему бы нет. Куда это вы? Так, все уже не хватает вам дальности. Не, давайте вот так вот поставимся, давайте вот так вот поставимся. Сто сорок восемь, отлично. Так, уже потихоньку ребята высаживаются. Отлично. Так, давайте ускорим это время. Стоп. Ух, ё-моё, тут еще высадились. Ой, твою ж мать. Сколько ж у вас тут есть-то? Ой, да, видимо, это будет очень длинная серия. Ну, что поделать. Дайте, быстрее, ребят. В темпе вальса. Темпе вальса. Правильно, давайте. Так, уже можно поближе к берегу подходить. Так, но они умные, они так по бережку уходят, а то тут наших-то, ух, два отряда кельтских прачников, ух. Ух, как вы мне, уроды, задолбали, а. Так, давайте сразу будем готовы вас встретить. Давайте встретим это мясо. Ну ничего, заодно дополнительный опыт подзаработаем, а опыт лишним, как известно, не бывает. Давайте, высаживайтесь, гады. Сейчас на вас одним железобетонным маршем направим своих солдат. Ну давай, быстрей.
Ну чё, на кого нападать тоже можно? Все вызвались, все. Вот меня вот этим бесит, то, что они, блин, пока все не высадятся, они считаются, типа, они еще не приводнились. Ну, давай, я уже не могу ждать. Все, пошло дело. Пошло, твою мать, дело. Давайте, 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 нападаем. Так, и сразу тогда ближе к берегу и остальных ребят. Так, с этими чё? С этими все, да? Деморализованы парни, короче говоря. Так, все, выбили гадов. Теперь стреляем дальше. По остальным. Так, нашу полководца подальше отправляем. Все, разуплотнились, ребята. Ждем просигнувших, ждем всех остальных. Мы всегда рады вас видеть, друзья. Так, у этих еще все, патроны закончились, да? Нет. Ну, сейчас мы вам устроим под конец сладкую жизнь. Ну-ка, дай еще вот сюда поближе, побольше. Тут у нас присягнувшие. На них надо особое внимание. Не-не-не-не-не, вот по ним стреляем, по ним. Так, давайте на вас. Подальше. Да блин. Не понял, чё они цель не видят? А, ещё не высадились. Так, а вот незатупники скоро сейчас тоже прибудут. Ну чё, отлично, неплохо так. Ладно, всё, подальше, подальше, ребят, всё, отходим. ...122, а было 160. Неплохо. Вполне неплохо. Вот, а так, трайбсмана. Ну, трайбсманов придется тогда в расход пустить. Так, и всю эту чернь поуничтожить. Давайте, врубайте свою ярость. Сейчас еще тут наш поможет чуть-чуть. Так, что здесь, ребят? Давайте, давайте, давайте. Лансы какой-то. Лани, да. Давайте валить Лани. Давайте уже, ё-моё. Уходим. Так, тем не менее, эти копейщики-то у нас живы, здоровы, это меня радует. Так, слушайте, а вот против обычных копейщиков лучше уходить. Друзья, уходите лучше, покуда целы. Так, вставляем так штылы. Блин, а! Гады. Так, где наш? Так, все, живы, целы, орлы, все отлично.
Блин, так, все, у этих тоже отстрелялись парни. И эти тоже, как я вижу. Уходим, 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 ребят, уходим. Так, все, эти минус один. Сейчас на остальных надо что-то делать. Так, у всех что-то, я смотрю, патроны на исходе уже. Но у кого-то еще есть, это меня радует. Так, тут сколько? Два отряда, да? А, ну, крестьяне, новобранцы с этими, ладно. С этими сейчас разберемся. Ну, и обычный копейщик уже. Их осталось всего 36. Их осталось всего 36. Все, 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 ребят. Пойдем теперь на присягнувших. Давайте им теперь люлей вставим. От души. Но уже Илани, видя весь фейл своих подопечных, уже все, уже сам по себе сдулся, все. Разуплотнение, твою мать. Но это еще полбеды. Основная беда заключается в том, что мне теперь надо ждать полчаса, пока тут ребята одумаются, вот эти вот, приплывать им сюда или нет. Мы-то их ждем. Но я не знаю, как игра будет рассуживать это все дело. Ладно, короче говоря, в любом случае битву мы выиграли. Подождем, что тут будет да как. Итак, таймер вышел, а те три кораблика как тупили, так и тупят. Ну, враг все равно сломлен, и тем не менее это тяжелая победа, но мы это сделали. Вторжение бревков закончилось полной неудачей. Ну что же, для бревков эта морская экспедиция закончилась плачевно, но, к сожалению, не все отряды мы у них уничтожили. Но что же, это будет все равно уроком для них. Так, тут, конечно, еще один отрядик у них остался, но, как мы видим, они решили не испытывать судьбу. Да уж. Лигурийцы вот еще активизировались опять, блин. Посмотрим. Так, о, Гасис у нас получил знатного человека, отлично. Так, вот, Венеты уже воюют с бревками, я смотрю, они осаждают Мидлан, в принципе, пусть. А, потому что они сейчас таким образом сделают буфер, да, опять же, между нами и нориками, что очень даже good, что очень даже хорошо. Но, тем не менее, нам все равно надо сейчас захватывать новые земли. О, и у нас, смотрите, кельтский скорпион и кельтский анагр появился. Так, отлично, все идет даже вполне очень себе неплохо. Такс. Что я тогда думаю? Так, великанами Гипербореи пойти гены у них отхватить, что ли? Минус два. Блин, а почему бы, собственно говоря, и нет? Да, только идти мы будем долго. Как я чую. До этой Генуи. Но с другой стороны, нам же надо куда-то идти, да? Надо куда-то идти развиваться. А пока что тут в Ареминуме надо перестроить поселение, тогда все будет шикарно. Пока что у нас на это времени нету. Так, надо, конечно, вот этих еще добить уродов, но ладно, пока что оставим все как есть. В принципе, вот такая была довольно-таки экшоновая серия. Так, давайте посмотрим, зайдем еще агентом вот сюда. О, прям... Прям стоит Генуя и вопрашивает. Возьми меня, блин. Что ж, возьмем мы Генуя обязательно, только чуть попозже.
Итак, собственно говоря, бревка мы по носу дали, и нас просто так отсюда не выбить, друзья мои. Нас просто так отсюда нифига не выбить. Короче говоря, наши приключения еще только-только начинаются, еще не все потеряно, и это еще не конец. Я думаю, это только наше второе рождение, второе начало. Со столицей в Риме, скажем так. Ладно, всем спасибо за просмотр и пока, до скорых встреч.